На встречу с главой региона представители общественных советов пришли с конкретными предложениями. Например, включить их в комиссию по контролю за качеством ремонта внутриквартальных дорог. Также общественники обратились к губернатору с просьбой проверить качество ремонта дорог по конкретным адресам, которые они готовы предоставить. Тут, если вы можете помочь, да, дайте адрес. Занимаемся этим. Бросьте. Конечно. Мы создадим комиссию еще раз. И еще раз очень жестко проверим. Вот я вот для вас хочу сказать, мы в прошлом году не заплатили, до сих пор не заплатили подрядчикам более 1 000 000 000 рублей. И не заплатили не от того, что денег нет, а от того, что сделано не так. Работа управляющих компаний – еще одна актуальная тема, которую подняли на встрече с губернатором активисты общественного совета промышленного района. Они предложили включить членов общественного совета в состав комиссии, которая оценивает деятельность управляющих компаний. Тем самым это поднимет авторитет общественных советов, и люди смогут повлиять на выбор администрации тех или иных управляющих компаний. Вы обязательно должны быть членами комиссии. Обязательно. Это даже, по-моему, не подлежит никакому сомнению. Почему? Потому что кто не как вы, можете реально на самом деле оценить и выразить отношение людей к работе той или иной управляющей компании. И давайте это обязательно мы сделаем. Всего в областной столице сформировано 85 советов. Каждый охватывает интересы от 10 до 20 тысяч жителей. С начала апреля общественники вникают в проблемы конкретных территорий Самары. Люди, знакомясь в Настрельском районе с работой этих общественных советов, начинают понимать, что, наверное, власть стала намного ближе, и реальное решение проблем, оно становится реальным. Поэтому я просто хотела сказать, что мы эту инициативу поддерживаем. Представитель общественного совета из Куйбышевского района попросил власти благоустроить микрорайон Озерный по примеру Южного города. Глава региона дал соответствующее поручение руководству города. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, события.